Волна пошла на убыль. Об этом говорят данные статистики. На базе Бендерского центра матери и ребенка находится всего 11 маленьких пациентов. С 1 марта этот коронавирусный госпиталь закроют. Детская больница в Бендерах. Сейчас здесь ковид-госпиталь сворачивают. К концу прошлой недели из 200 коек заняты были только половина. На сегодняшний день большинство детей и родителей уже выписали. Тех, кто еще не выздоровел, а таких 15 человек отправили в Слободзейский ковид-госпиталь. Официально с 1 марта отделения второго уровня инфекционного госпиталя у нас закрыты все будут. Значит, часть отделений, которые опустили в субботу путем после перевода детей в Слободзею, мы санировали эти отделения. Завтра придут брать первые смывы в эти отделения. Те отделения, которые будут сегодня освобождены, смывы придут брать 2-3 числа. Вот. И путем далее при получении отрицательных смывов мы откроемся и запустим прежний режим работы Центра матери и ребенка Бендерского. Первый уровень инфекционного госпиталя здесь работу продолжит. Сюда будут привозить температурящих детей с подозрением на коронавирусную инфекцию и с гастроэнтеритами. При отрицательном ПЦР-тесте ребенка будут лечить в отделении ОРВИ, а с кишечными инфекциями отправлять в Тираспольскую детскую больницу.